Девчонки, всем привет! Сегодня мы проведем с вами 5-минутную тренировку на ноги в стиле бодимейк. А что такое бодимейк? Бодимейк — это особый комплекс упражнений, который направлен на все группы мышц тела. Бодимейк включает в себя силовые упражнения, упражнения на общую выносливость и на гибкость. Девчонки, давайте приступим к тренировке на ноги. Итак, поехали. Первое упражнение. Исходное положение. Ладони смотрят назад от себя. Ножки у нас перед собой. Носочки смотрят на себя. Медленно поднимаем правую ножку наверх. Да, только не до конца. Опускаем до пола, сохраняем максимальное напряжение. Колено не сгибается. Вот. Еще сильно назад не прогибайся. Поменяли ножку. Левую также медленно поднимаем и опускаем. Хорошо, молодец. Следующее упражнение. Теперь мы делаем растяжку. Ложимся аккуратненько на спину. Правую ножку сгибаем к себе. Растягиваем правое бедро. Должно тянуться вот здесь. Правое бедро растягиваем. Хорошо, и поменяли ножку. Левую также к себе. Растягиваем бедро. Хорошо, закончили. Итак, второе упражнение, приступим. Исходное положение. Также ладошки смотрят назад от себя. Левая опорная нога 90 градусов. Правую ножку выпрямляем. Поднимаем медленно наверх, таз опускаем при этом вниз. Ножку выпрямляем и таз поднимаем наверх. И поехали. Также 15 секунд делаем. Еще. Не забываем про дыхание. Хорошо, поменяли ножку. И поехали. Вдох через нос, выдох через рот. Хорошо, теперь велосипед в таком же положении. Сейчас мы делаем велосипед правой ножкой. И поехали. Также 15 секунд. Носочек от себя. Хорошо, теперь поменяли ножку. Хорошо, закончили. Отдыхаем 30 секунд, приступаем к растяжке. Хорошо, закончили, молодцы. Итак, следующее упражнение. Исходное положение такое же. Опорная левая нога 90 градусов. Правая ножка, носочек на себя. Сейчас мы опускаем, разворачивая бедро вниз, но не касаемся пола. И поднимаем медленно наверх. Разворачиваем бедро к себе. Поехали. Еще. Хорошо, закончили. Поменяли ножку левую также. Так, отлично. Теперь следующее упражнение. Исходное положение. Ладони смотрят к себе. Чуть-чуть сгибаются назад, корпус также можно назад. Но при возможности мы стараемся держать корпус прямо. Делаем велосипед 15 секунд вперед и 15 секунд в обратную сторону. Поехали. Поехали.
Еще. Молодцы, девочки. И поменяли. Делаем большие круги. Крутим, крутим педали. Вот. Хорошо, закончили. Молодец. На этом тренировка на ноги закончена. Сегодня мы с вами провели тренировку на ноги, и у нас были задействованы следующие мышцы. У нас активно проработали квадрицепсы, верхняя и задняя поверхность бедра, также икроножные и ягодичные мышцы. Также работали мышцы пресса и в целом все группы мышц. Но основное — это мышцы ног работали. Завтра вы это почувствуете.